про внесок у боротьбу українців за свободу країн НАТО, про підтримку від Сполучених Штатів і про країни, які готові забруднитися, допомагаючи Росії. Зараз поговоримо із Гаррі Табахом, американським військовим оглядачем, капітаном першого рангу ВМФ США у відставці. Далі я перейду на мову, яку розуміє наш гість. Гаррі, здравствуйте. Вітаю, Україна. Доброго ранку. Доброго ранку. Приятно. Гаррі, мы разговаривали с вами, если я правильно помню, где-то в марте, возможно, в начале апреля, и уже тогда мы обсуждали, я помню, что мы говорили о том, как удивляет украинская армия, но сейчас уже август, и изменилось ли ваше видение этого? Да, изменилось, конечно, изменилось не только армия. Я считаю, что в этом участвует, ну, конечно же, армия идет приз номер первый, и командующему вашей армии, генералу Залужному, но также это и вашим спецслужбам, и гражданскому населению, многим другим службам, которые проводят такие операции, ну, которые, правда, дают фору израильтянам сегодня. Бьют четко, бьют далеко, бьют по правильным целям, с минимальным разрушением инфраструктуры или гражданского населения. Поэтому, да, это профессионально, это группы людей, это сложные команды из разных агентств, которыми, конечно, наверняка координирует Министерство обороны. Это не просто так сделать. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, как человек в прошлом военный, это мастерство бойцов или технологии, или все вместе? Это все вместе, это слаженность, это талант, это искусство, это наука, это смелость, храбрость, лидерство в первую очередь, где принимаются решения лидерами быстрые и грамотные. Это все вместе, это как, знаете, оркестр из разных инструментов, и, ну, дирижер стоит, я думаю, что это, опять же, дирижером выступает генерал Залужный, но это мастерство и первой скрипки, и всех остальных там, чтобы так слаженно работать. Это занимает обычно очень-очень много времени. Но поэтому, когда мне кто-то говорит, что были не подготовлены к войне, не готовы, или еще что-то, нет. Готовились долго, и поэтому можете сейчас проводить такие операции. И оружия, я вам скажу, не так много у вас, не так много пока что. Надеемся, что скоро будет больше, но с тем, что у вас есть, с теми инструментами, которыми вы играете, пятерка с плюсом. И вот как раз об этом поговорим дальше. Вот США планируют объявить о долгосрочной военной миссии в Украине. Что подразумевается под этим? Как это повлияет на позицию Украины? Ну и что, если можно, в политическом смысле означает такое решение? Ну, в политическом смысле, я думаю, это означает, что мы принимаем участие в этой войне на стороне Украины уже открыто и явно. Я надеюсь, что это правда, что это не очередная, знаете, как в Стутгарде, вот, говорили, вот, сейчас встреча, вы представляете, что будет сейчас там в мае, вы представляете, что будет в августе, в сентябре, потому что сейчас они нам все дадут, а оказывалось все это, что они там обговаривали, так это было, что не давать Украине, а не то, чтобы давать. Поэтому из оружия, я имею в виду, и помощи. Поэтому я надеюсь, что это не очередной просто хайп, а вот сейчас, ну, не сейчас, а вот сейчас. Значит, скоро будет еще там, значит, вот представляете, что будет к Новому году. Нет, это, я помню все эти обещания, все это, что сейчас вот нам такое дадут, если нам сейчас дали 4 хаймарса, вы представляете, когда нам дадут 40, что будет. Поэтому я надеюсь, что это, но то, что объявляют, это очень радует меня лично, потому что это означает, что мы участвуем в операции. То есть, как операция была, допустим, «Шторм в пустыне» или операция «Enduring Freedom», я не знаю, как перевести это. Это означает, что назначается командующий, генерал, что эта миссия
примет форму, где будут участвовать штабы, решать, что нужно Украине, координировать с Украиной действия, инструктора, даже, может быть, будут нам военным американским за эту операцию медали внесены, ну, специальные медали, там, знаете, как, за, с названием этой операции, там, помощь Украине или буря в Украине или что-нибудь такое, я не знаю. Но это будет абсолютно официально, и это будет то, что наши войска будут принимать участие, может быть, не в боевых действиях напрямую, но уже будут принимать участие и в логистике, и в снабжении, и в разведке, и во многом всем остальном. То есть наши войска примут участие в этом. Надеюсь, что это не просто болтовня. Вот. Очень надеемся. Кстати говоря, по поводу названия, у нас твиттер-сообщество отличилось, украинское, и один из вариантов, конечно, это же шутка, но один из вариантов вам понравится — «Буря в посадке». Знаете, лесопосадки в степях вдоль дорог. Вот, «Буря в посадке». Но смотрите, продолжая как бы разговор, хочу задать вам такой вопрос. А существуют ли в принципе какие-либо условия, при которых США могли бы полноценно вступить в войну против России? Я понимаю, что вопрос несколько провокационный, да, но если можете, какие условия могут сложиться? Нет, это не провокационный вопрос, это очень хороший вопрос, потому что до сих пор, когда президент Байден, а я имею в виду президент Байден, опять же, меня попросили, чтобы я об этом объяснил, это не президент, это не он сам, потому что сам он уже индиктивно, понятно, действует, это система, которые сегодня в Белом доме, в администрации, когда они объявили, что наши войска ни при каких обстоятельствах не будут участвовать, если будет большое вторжение, или значимое вторжение, или незначимое вторжение, то это беспрецедентно. Никогда ни один президент и никто в Соединенных Штатах эту опцию со стола не забирал. Эта опция всегда есть у нас. Мы всегда оставляем опцию, что мы можем, слушайте, мы всю свое существование Соединенных Штатов, мы участвуем в каких-то, ну, с Первой мировой войны, мы участвуем в каком-то конфликте не на своей территории. Поэтому эту опцию мы никогда, поэтому у нас есть авианосные группы, поэтому у нас есть наша родная морская пехота, то есть мы высаживаемся десантом куда-то ударным и ведем боевые действия. Эта опция у нас всегда открыта. И вот первый раз за всю историю США, где президент Байден это сказал, нет, ни при каких обстоятельствах мы участвовать не будем, что я считаю лично, что это было приглашение Путина вторгнуться в Украину. Мол, ну, американцы пообещали, что они не будут здесь действовать. Поэтому я думаю, сегодня уже под давлением Конгресса, под давлением американского общества, вот 20 человек с обоих сторон партий знаменитых в Америке, которые уже обратились к народу через The Hill и сказали, что Украине мы обязаны участвовать в этом конфликте с Украиной, иначе будет еще хуже. Мы не можем бросить Украину на произвол судьбы так. И поэтому я думаю, что это уже откатывается обратно, что, мол, эта опция у нас уже остается. И я думаю, многие другие страны уже объявили о том же самом, что Путину не стоит пугать мир, запугивать мир ядерным оружием. Потому что у нас тоже оно есть, и мы тоже будем принимать участие. Поэтому мы уже сейчас его риторику про ядерное оружие слышим все меньше и меньше. Поэтому думаю, что это прекрасный вопрос, что вы мне задали, что эта опция возвращается. Я как военный человек рад, что мы опять, наши вооруженные силы опять играют роль в мировой политике таким образом. Ну, а вот еще одна опция Путина, по крайней мере, о ней пишет Wall Street Journal, ну и другие СМИ, и мы об этом слышим, мы уже видим некоторые поставки беспилотников, а речь о том, что Путин, оказавшись в изоляции, Кремль, пытается наладить какие-то там отношения с Ираном и пытаясь добиться какой-то военной поддержки, вообще какой-то поддержки, да? Насколько, как вы считаете, состоится ли этот альянс, и как в таком случае стоит поступить партнерам Украины? Ну, конечно, аналогов нет, когда ты начинаешь уже просить военную помощь у страны, которая, в принципе, живет в средневековье,
да, и которая санкционирована 40 лет, больше 40 лет уже, и ты со своими аналогов нет, идешь туда просить оружие, ну, беспилотники или оружие, или что-то еще. Но это нонсенс. Причем там не замминистра обороны, а сам он. Понимаете, это абсурдно, конечно. И когда там говорят, что иранцы дали... Да, у иранцев несколько есть беспилотников, которые они содрали с израильтянского беспилотника, который упал там у них. Что-то такое говорят. Но я уверен, что не могут иранцы при своей экономике, при своих возможностях создать 100 тысяч беспилотников. Поэтому я думаю, что эта помощь будет не очень важная. Ну и потом мы объявили тоже в Соединенных Штатах Америки, что мы вам дадим это оружие. И опять же, я надеюсь, что это не болтовня, а оно скоро придет, и вы получите под, опять же, давлением нашего общества и Конгресса, что вы получите вот антибеспилотники, оружие, которое сбивает этих беспилотников. Поэтому это и идет война. А второй вопрос я ваш забыл. А второй вопрос был, как действовать союзникам Украины в этой ситуации, в той ситуации, при которой, ну, например, получится вдруг какой-то странный такой альянс России и Ирана. Но я считаю, что неважно, получится этот альянс или нет. Я считаю, что союзники, да нет, ну, и вообще мировое общество, для которых свобода, независимость, не пустые слова, абсолютно поддерживать Украину всем, чем возможно. Дать Украине настоящий ленд-лиз, а не на бумаге, и дать не только Соединенным Штатам Америки, а всем остальным странам, которые хотят жить в этом мире в процветании и свободе, без боязни, что их сейчас будут бомбить или ядерным, тактическим или нетактическим оружием их угрожают, дать Украине абсолютно все, как можно скорее и как можно больше, и помочь Украине уже закончить это убийство, перестать смотреть на убийство нации, убийство страны, которая так долго пытается и дерется за свою независимость, свободу, что это просто криминально, что мы еще до сих пор, я не говорю только о американцах, я говорю вообще о свободном мире, что мы подразумеваем под свободным миром, еще в это не включились. Поэтому чем раньше они включатся, будет Иран участвовать, будет ли Сирия участвовать, будет ли это Ирагвай, или как там эта страна называется, этот остров, или нет. А то, что Украина сегодня дерется за весь мир, это уже ясно. И дерется, и проливает кровь каждый день. Поэтому вот эти все разговоры, что в октябре пойдет, в ноябре, я не знаю, откуда эти разговоры, что в октябре пойдет, но неважно. Это все, посчитайте, до октября, сколько жизней украинских будет загублено, сколько детей погибнет, сколько людей останутся без крова, сколько покалечится солдат. До октября это очень долго. Я считаю, что как можно скорее все должны включиться. И может быть тогда путинское окружение скажет, знаете что, вот теперь они серьезно, теперь мы оказались в одном месте все, хором. И нам надо что-то делать с этим уродом и избавляться от него, иначе они нас всех тут сейчас загубят. Потому что, видимо, что уже Запад и свободный мир серьезно относятся к этому. Они передвигают койки в борделе в Европе. Поэтому давайте как можно скорее. Давление должно идти отовсюду. От американского общества, от европейского общества и от украинского общества тоже. Ну, а указ пресловутый Путина, да, несколько дней назад об увеличении численности вооруженных сил России на сколько-то там тысяч, неважно совершенно, это ли не признак того, что Кремль пытается сыграть в долгую, затянуть кампанию и таким образом получить себе отсрочку для стягивания сил? Как считаете? Да. Вы абсолютно правы. Они пытаются, это их теперь приоритет, затянуть как можно больше и перейти. Уже они уговорили многих экспертов, там, блогеров, журналистов, ваш брат, что война пошла на истощение, attrition, что мы называем. То есть они понимают, что вы истощитесь быстрее, чем они. Вы просто меньше, вас меньше, намного меньше. Но то, что они призывают еще людей, 150-200 тысяч, понимаете, что сегодня мы не воюем, воины,
количеством. Мы воюем войны сегодня качеством, профессионализмом, высокими технологиями. И Украина это уже доказала в который раз, что количество, конечно, имеет значение. В конце концов, если они перейдут на войну на истощение, то у них они в выигрышной позиции. Поэтому Украине невыгодно это. Украине надо закончить эту войну как можно быстрее и победить, и разбить врага в пух и прах. И это зависит во многом в основном от Соединенных Штатов Америки, сегодняшней там администрации. Но уже мы видим, израильтяне это много раз тоже доказали, что мы не воюем количеством людей, мы воюем качеством. И я знаю, что многие со мной не согласятся в этом, но мы воюем качеством и профессионализмом сегодня воины, и образованием среднего солдата, среднего воина. То, что в России, конечно, не хватает, но мы уже знаем, что сегодня вот это уже не болтовня, это уже действует, где многие украинские воины проходят обучение от рядового до, я думаю, генерала, проходят обучение и перенимают опыт у западных стран, в основном у Великобритании, ну и других стран. Я надеюсь, что скоро и моя страна тоже подключится к этому. Ну, смотрите, у нас остается буквально там 2 или 3 минуты, Кремль всегда же делает, в любой непонятной ситуации Кремль всегда начинает создавать кучу разных кризисов. Вот есть версия, что он будет это продолжать делать для того, чтобы вот в лагере союзников Украины возникла так называемая усталость от украинской войны. Насколько такая перспектива реальна? Насколько реально вызвать усталость у наших партнеров и друзей? Это всегда исторический Советский Союз делал, и Россия, и КГБшники, они знамениты за это, они создают какую-то огромную проблему, а потом говорят, вы ее без нас решить не можете. Но мы уже понимаем, что и с ними мы ее решить тоже не можем. Мы ее решим без них. Усталость, конечно, есть и среди волонтеров, и среди публики. Например, в Соединенных Штатах Америки я до сих пор действую с волонтерствами, и нам надо то, нам надо это. Здесь, в Украине, они говорят, ну подождите, ленд-лиз же пошел. Все, мы опять второй раз это будем. У нас тоже уже карманы пустые у волонтеров. Я объясняю, что нет, ленд-лиз не пошел, его еще нету. Это сложно. Они создают такие проблемы и запускают дезинформацию постоянно во всем и запугивают вот ядерной катастрофой. Делают все, что возможно, чтобы коротко вам ответить за 1 минуту. Это террористы. Они действуют как террористы. Они всегда это делали, а сейчас это просто явно, потому что на поле боя они вас победить не могут. Даже массой, даже если они призовут еще 250 миллионов, на поле боя победить не могут. А вот что они могут, это они могут терроризировать общество, запугивать общество, не только украинское, а всего мира. И когда вот мы остановимся и перестанем бояться их, и просто расквасим им нос, тогда все это закончится. Ну, тогда в таком случае для них плохие новости, мы их абсолютно не боимся. Спасибо вам, Гарри, за разговор, за поддержку, за теплые слова. Видимо, доброй ночи, судя по тому, какое время у вас должно быть. Я в Украине. А, вы в Украине. Ну, тогда доброе утро и вам. Всего доброго. Я нагадаю, що це був Гаррі Табах, американський військовий оглядач, капітан першого рангу ВММ США у відставці. Дякую вам.